Под угрозой оказались дети, отдыхающие в лагере «Янтарь» Лежневского района. Требование проверить оздоровительные учреждения поступило в прокуратуру от родителей. В ходе проверки специалисты надзорного органа выявили массу нарушений. Комнаты грязные, посуда не соответствует стандартам, а территория лагеря не убрана. Позже к проверке подключился Россельхознадзор. На кухне были обнаружены продукты с истекшим сроком годности. К примеру, детей кормили несвежими куриными полуфабрикатами и говядиной без маркировки. Возбуждены несколько дел об административном правонарушении по разным статьям. Сейчас в отношении директора дело уже рассмотрено, ему назначен штраф. Также назначены штрафы медицинскому сотруднику и повару данного лагеря.